Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится видеорегистратор Motorola MDC500GW. И сейчас мы разберемся, как вернуть все настройки данного девайса к значениям по умолчанию. Итак, нам нужно нажать стрелочку влево, чтобы перейти в меню, и перейти на пятую страницу общих настроек. После чего мы нажимаем ОК, когда мы находимся на опции по умолчанию, переходим к ОК и нажимаем ОК. Таким образом мы восстановили все значения по умолчанию, даже языковые. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!